Эй, народ, всем привет. Ну чё, продолжаем столкать? Ну, привет. Короче, что хотел сказать? Послушайте, мужики. Ебать, тебя перехватило, слушай. Короче, нам нужно было с этим чуваком поговорить. Я посмотрел в интернете с бродягой. Вот. Он, короче, дает квест нам. Квест, короче, на убийство псевдогиганта. Вот. Который, в принципе, тут неподалеку обитает. Это вроде как сюжетный квест, и нужно его сделать. Еще у нас дефицит, блин, патронов, которые нужно тоже как-то решать. Потому что псевдочи мы просто так не завалим. Так. Я не знаю, нам нужно где-то стволы раздобыть. Подожди, я только звук игры потише сделаю. И псевдоча мы, скорее всего, будем гранатами валить, потому привет, что это... Так, ты у нас не продаешь патроны нужные мне? Это точно, блин, этот не работает вообще, торговец. Есть, конечно, вариант, типа, через проводника смотаться на другую локацию. Ну вот, и там возможно приобрести все это. Чтобы речки и лесы. Спроси у старшего. Слушай, всего. Так, подожди, среди вас проводников нету? Нету. Ох, и выброс. Ну, нормально. Перейдем выброс пока в убежище. Я поищу, может, где-то патроны здесь можно будет достать. Дожди, дай зайти. Ну, ты патронами точно не располагаешь, чтобы продать их, да? Ну, что расскажешь? Да. То есть здесь не все здание покрывает зона для укрытия, да? Привет, брат. Привет. Твои маршруты. АЭС, Припять, окрестности Юпитера, радар, путепровод, затон через Гарика. Затон через Гарика, кстати, выглядит весьма себе неплохой идеей. Смотаться на затон. И потом обратно, в окраины Припяти. Ну что, выброс закончится, и мы продолжим, да? Наверное, так сделаем. Так, ну что, выброс закончился. Я тут пока походил, побродил, ничего не нашел. Костюм чуть починил немножко. Вот, погнали, короче, к Гарику на крайние Припяти. Так. Подожди. Затон через Гарика. Так, на затон, давай, 4 косаря. Сгоняем. Так. Борода. Ну, борода, наверное, только хавка, да? Не, борода у нас сегодня не работает. Короче, нужен мне вот этот торговец. Прикупить. Ну что, есть что-то новое? Да я надеюсь, у тебя, может, какие боеприпасы есть нужные мне. Так. Ну, короче, вот эти снайперские я все покупаю у тебя. Они мне весьма пригодятся. Против псевдогиганта. Так. На М-ку, я не знаю, слушай. На Скарыч давай возьму. Вот эти вот. Ну и на М-ку, слушай, пускай про запас будут, а. В принципе, вот 40 косарей. Ага, а 40 косарей у меня нету. Ну, давай хотя бы я бронебойно вот эти выложу. 29 тысяч. Нормально, нормально. Давай эти всякие... шлак продам, который не нужен. Че, тут пустые, пустые шприцы, вон, на, держи. Че еще мне надо? Спички в таком количестве мне не нужны. Взрывное устройство. Ну, даже не знаю, задержка взрыва нет. Ладно, держи тоже. Мне вроде ничего там прям подрывать не надо. Про
противопехотную мину. Ну, кстати, можно псевдоча попробовать заманить. Давай еще одну гранатку я возьму тебе. Вот, держи мясо, там, косячок держи. В таком количестве сигарет мне не нужны. Вот так вот. Все, отлично. Подожди, слушай, я музычку опять потише сделаю. Давай так. Так, глянуть еще раз быстро. Ну все, боезапас есть. Слушай, а хавка? Хавка у тебя есть, родной? Ну, блин, хавки у него нету. Так, какой здесь еще можно посмотреть? Ну, у медика навряд ли хавка будет. Да, у этого нету. Борода не работает. Ну и все получается. Сейчас идем к Гарику и возвращаемся. Ну, что расскажешь? Так, а кто из вас Гарик, блин? Ты Гарик. Лоцман. Ну ладно, лоцман. Охраны Припяти получается. Да, получается охраны Припяти. Веди, родной. Так, блин. Ну, ладно, мы с другой стороны оказались, в принципе. Давай вместо эмки я возьму скар. А звук сделаю потише, опять же. На скар я навешу свой прицел. Вот так вот. Вот так вот. Сейванусь. Посмотрю, сверю с картой. Мне туда. Ну, псевдыч тут, конечно, вам скажу, живучий. Мне в прошлый раз гранат всех не хватило, блин, его убить. Я ее хреново кинул. Понятно. Блять, я сохранился. Так, псевдыч, не бей меня только, пожалуйста. Мне нужно найти какое-нибудь такое место, блин. Чтоб можно было как-то его безопасно как-то убивать. Это все засранца. Где он там ходит? Так, костюм мой не разорвало, костюм мой не разорвало. Я жив-здоров. Так, давай здесь, сейф. О, смотри, ходит. Где он там? Так. А, блин, на X бегает же. Сталкер. Блять. Эти хреновые. И цепануло, смотрите, главное, блин, через гаражи вот эти вот все. Псевдыч. И главное, смотри, меня гранату откинул. Так, ну здесь ты явно не пройдешь. Ну, достанешь меня тут. Забрал его с собой, ладно. Я не знаю, как мне его приманивать к себе туда поближе. Он не в очень удобной локации находится. Так, музыка, музыка, музыка.
Так. Как бы это мне по мне по тебе так удобнее работать? Пэсы? Я просто хотел бы идти с той стороны. Мне эти пэсы немного мешают. А еще и ебашу их замедлением, чтобы просто не промахиваться. Так. Где-то там ходит, короче. Ну что, надо разматывать его как-то, этого гиганта. Это все, конечно, было в удаленных сериях, но я разматывал через эти автобусы. Всем дыщ. Ты где? Выходи. Я сейчас подойду тут и мину установлю тебе. Так, три мины установлены, но это эти мины, которые, чтобы, если он прям близко ко мне подойдет. Севдыч. Севдыч. Так, ну вот это там постоянно тусовался, вот первые мои попытки. Ага, а он там правее, получается. Эй, ты где? Выходи. И там вообще ходит. Лови. Хреновая пошла, хреновая. Давай, к минам. Мне кажется, ему там еще не хватило просто. Или он все? Не, слышу, он ушел. Эй, сюда иди. Догоночку ему. Ну это прям близко к нему было. Давай сейвик. Он почему-то у нас постоянно обижается и уходит от нас. Ну, смотри, он уже раненый. Ну, с этим будет попроще справиться. На, держи. Бля, сейчас граната же полетит в меня, да? Так, ему, по-моему, все еще мало. Ну да, смотри. Хромает там, ковыляет. Все, добил его так. Ну как вам же лучше всего? Нормально тогда? Когда первый раз я с ним воевал, это было в разы сложнее. Ух. Нехороший мутант. Так, давай скар перезаряжу. Нам, по-моему, куда-то в этом направлении бежать. На нашу базу. Давай я еще похаваю немножко. Вот МРЕшку затащу. Водичку запью. Сохранюсь.
Это, блядь, что там ходит? Это плотька. В одном экземпляре, да? Ну, где в одном? Аномалии, обходим. Сколько у меня бабла вообще осталось? 8000. Здорово, здорово. А, так, слушай, я хотел бы М-ку, наверное, пока выложить. Вот это выложить и патроны на М-ку выложить тоже я хотел бы. Слушай, подожди, на винтовку я что, почти все расстрелял уже? Да, почти все ушло на псевдоча. Эх, ладно. Тогда давай, ладно, обратно М-ку возим и обратно патроны на нее. Так, патроны я не выложил. Ну и отлично. Ну и хорошо. Так, псевдогигант готов. Я слушаю. А что это здесь лежит такое? Это просто ручка. Так, готово, гигант больше не проблема, отлично. Так. И сейчас вроде тут как можно идти разговаривать со стрелком. Типа и стрелок сейчас будет готов. Пойти там на этого призрака. Так, фух, я готов. Все. Короче, поговорили со стрелком, и сейчас надо будет поговорить еще там с парочкой людей. И нужно будет серьезно постараться, чтобы их еще не убили, потому что это... Так, мы готовы, выступаем. Все готовы, выдвигаемся. Так. Все, мне гаусску выдали. Все, можно ебашить монолитовцев. Блять, сейчас же они, эти двери, блин, забагаются. Так, дай-ка гляну в ПДА. Угу. Монолитовцы идут оттуда. Так что можно, в принципе, сыграть на опережение. Так. Я не знаю, мне стоит всех валить их с гаусовки. Потому что вроде как... Видите кого-нибудь? Вот и я не вижу. Давайте ближе подходить. Блять, меня свой вытолкнул сзади. А ты в кого, там целитесь, ребята? Так, ну где там еще есть мухи? Подожди, ну ребята, блять, не расходитесь вы, пожалуйста, хотя бы. Внутри здания или что, блядь, я понять не могу. Так, ну с этим покончено. Патроны вот мне принес, гранаты. Так, пока они там не передохли.
Так, сейчас не туда целит. Держи от меня! Дай ему прикурить! Че, выискиваем монолитовцев? Я там одного, по-моему, привалил. Давай последний сейф, но по крайней мере знаю, где он там сейчас прячется. Так, музыка, музыка, музыка. Вот так вот. Чемпион монолита. И сейчас, по идее, мы тогда будем валить... Чемпиона? Где он там, ваш чемпион? Подожди, где ПДА? А, ни хрена себе, он на другой локации вообще. Тогда больше нам тут бояться нечего. Шмонаем быстро этих монолитовцев. Пистолет, возможно, на продажу пойдет. Слушай, а все с эмками такими. Прям зачетными. Я даже, наверное, сделал бы так. Соединить глушитель, соединить прицел. Переместить. Блин, а как бы это мне... Давай вот так. Я вот эту хреновую выброшу, а вот ту подберу. Которая у него лежит. Че, мне надо деньги отбивать, как стоимость своих там этих переходов. Кто там воюет, блядь, без разрешения? Это зомби. Кто, блядь, разрешил? Ты, блять, кто был вообще? Наемники, ни хрена себе, сказал я себе. А что вы тут делаете? Что ты тут один стоишь? И гранатомет. То есть я его подобрал? Я его подобрал. Вот это ни хрена себе, я сказал я себе. Слушайте, ребят, да мы миллионеры, походу. Чё за волына? Этот ПП верит, да? Который новый в Тархе. Соединить глушитель. Да, в принципе, выбросим в хреновом состоянии. Калашников. Мина. Набор для винтовок. Соединить глушитель, соединить прицел. Калашников я оставлю в схроне. Типа мне нужно пушки разных калибров. Типа мало ли закончится там. Так. Вы, братва, тут и будете тусоваться, да? Так, я не помню, этого монолитца шмонал, не шмонал. Так, ну этого я точно вроде не шмонал. Так, калашовские патроны, денежка, хапка. Вот это все сюда идет на базу. Все на продажу. Вот это, да, я шмонал, но пистолет можно и забрать. Что там за пекач у него был? Глок 19. Перевесец. Но это не перевесец, это деньги. Это я несу деньги. Дай на эмку посмотреть, что ли. Лякая. Красавица.
Кто посмел? Это создание, что ли, по мне шмонают? Ладно, разберемся. Слушай, мне к вашему торговцу надо. Ну как торговцу? К ремонтнику. Который плюс-минус, наверное, может купить у меня мои винтовки. В общем, выкладывай. Вот это забирай. Вот это, пистолеты вот эти вот. Ну смотри, 42 косаря я вот, считаю, окупился. Все, все остальное отсконы я ложу. Все, что я не буду использовать. Гранатомет вещь неплохая, но пока, наверное, бессмысленная для меня. Все, вот так вот. Эти вот части мутантов я тоже поскладываю. Не думаю, что я там торговца себе найду. А еще всегда есть переходы, да? Да. Все, вот у меня есть скар, винтовка. Ну, гаусска, это уже, понятное дело, по заданию. Все, и у меня там вроде 30 килограммов веса есть. Так, это мне надо в центр Припяти. Ну, погнали в центр. Сейчас разберемся, что там за дурачок по мне стреляет. Соединить прицел. Тогда прицел сюда. Так. Ля, топчик. Что думаете? Вообще без понятия, кто там стрелял. Ну, вроде как больше не стреляет. Ребят, все закончилось. Вот это вот только что здесь висит в воздухе, не совсем понятно. Ну это здесь что за тело? А, это зомби, которого я подстрелил. Давай гранаты, давай пистолет вот сюда. Давай сейф, давай ПДА. Так, правильно же иду. Да, мне вот сейчас тупо прямо вот туда. Что, по радиации? Радиации нету. Правильно иду. Абсолютно. Вроде вражин никаких пока не видно. Так, мистер Аномалия. Монолит тоже никакой пока не виден. Так. А ну-ка. Это через подвал, по-моему, там какой-то надо идти, да? Просто сюда к краю здания подойди и все. Че ты мучаешься, да? Господи, я уже испугался. Так, пацаны. Короче, пацаны, слушайте, план такой. Продолжим уже в следующей серии. Вам спасибо за просмотр. Я надеюсь на лайк, подписку. Вот. Всем пока.